К другим темам. За очистку кадров всерьез взялись в МВД. За то, что подчиненные совершили преступление, в прошлом году наказаны 1283 руководителя. Причем около 100 были уволены, а больше 200 освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщил руководитель департамента собственной безопасности правоохранительного ведомства Арман Саданов. Пресекли и 55 фактов дачи взяток сотрудникам органов внутренних дел, а с начала этого года пресечена уже 31 такая попытка. Ведется активная работа и против покровительства бандитов людьми в погонах. Так, департаментом собственной безопасности в прошлом году был пресечен факт торговли наркотиками сотрудниками одного из районных департаментов полиции Алматинской области. За схожие деяния был арестован и полицейский в Кызылординской области. Чистка в собственных рядах будет продолжаться до последнего, чтобы наши позиции, как говорится, пока такие факты будут иметь место, мы будем максимально, я как я уже сказал, на 34%, на 26% у нас идет снижение, сам факт, да, но мы это не успокаиваемся, несмотря на то, что у нас личный состав Министерства внутренних дел составляет 148 480 единиц и 297 фактов было коррупции, мы будем жестко с этим разбираться.